И к слову о курсах. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня назвала глупостью предположение о том, что рубль искусственно занижают ради пополнения бюджета. По словам Набиуллиной, такие попытки имеют очень негативные последствия, и поэтому ни Центробанк, ни Минфин такие варианты в расчет не берут. Также Набиуллина сообщила, что ЦБ пересматривает свои прогнозы и ждет долгого периода дешевой нефти. Новая волна падения цен грозит ускорением инфляции, и Центробанк, по словам его председателя, может ужесточить денежно-кредитную политику.